Добрый день, дорогие зрители телеканала «Правда ТВ». Меня зовут Дарья Сударева. Сегодня в режиме видеоконференц-связи мы пообщаемся с президентом Нотариальной палаты Ульяновской области Венерой Браташовой. Венерия Ахатовна, сегодня тема нашего эфира – электронный нотариат. В новых реалиях ключевыми ресурсами всех сфер жизни становятся информационные технологии, в том числе и нотариата. Вот расскажите, пожалуйста, об этой новой системе. Вы знаете, электронный нотариат стал у нас внедряться совершенно недавно. Но, тем не менее, я считаю, что мы один из тех институтов, который, наверное, лучше всех, один из лучших, который внедрился в этот электронный нотариат. Мы считаем, что электронный нотариат, за ним перспективы, за ним будущее. И поэтому мы активно этими вопросами занимаемся. Уже сегодня у нас введена новая система нотариата ЕИС-ЕНО. Более-менее защищены те персональные данные, которые к нам поступают, те сделки, которые к нам поступают, они электронно защищены. Что мы сегодня можем в рамках электронного нотариата предложить нашим гражданам? Первое, это значит, мы имеем взаимодействие электронное с Росреестром, с кадастровой палатой, с Министерством демографической политики, это наша Ульяновская область. На сегодняшний день у нас, я думаю, где-то с середины января 2021 года начнется электронное взаимодействие с нашим пенсионным фондом. Мы уже по материнскому капиталу, по наследству пенсионных начислений, мы уже сможем граждан не гонять, а все запрашивать в электронном виде. Кроме того, ЗАГС мы общаемся в электронном виде достаточно активно. И ну вот видите, какое большое взаимодействие. И ведь гражданин, придя к нотариусу, оформив сделку, и если он соглашается, чтобы нотариус электронно передал его документы на регистрацию, он их получает через день. Это колоссально, это замечательно. Второй вариант электронного нотариата, который мы предлагаем нашим гражданам, это ведение реестра залога движимого имущества. Вы знаете, что это очень большая проблема. Машины, особенно сейчас в пандемии, продаются сплошь и рядом, подержанные. А кто знает, они в банке, в залоге у банка или не в залоге у банка. Ведь таких сведений никто практически не имеет. Достоверный реестр залога движимого имущества ведут нотариусы. Пожалуйста, вы можете внести свою машину, если она в залоге, если вы взяли ее в залог. Прийти к нотариусу и внести эти сведения в реестр. Вы можете прийти и взять у нотариуса выписку из реестра о том, что данный автомототранспорт в залоге не находится. И даже если потом выяснится, что автомашина находится в залоге, вы добросовестный приобретатель, и уже правовые последствия для вас наступят в несколько ином виде. Третье наше электронное взаимодействие – это мы сейчас можем передавать документы в электронном виде в другой город. Занимает это буквально 5-10 минут. Вы представляете, вот пришел ко мне гражданин, сделал доверенность, я тут же перебиваю его в электронный формат и передала в Читу. И уже через 10 минут нотариус города Читы, туда, куда гражданин обращается, он получает этот документ, совершенно приравненный документам бумажного носителя, и совершается спокойно сделка. То есть никаких проблем совершенно нет. Мы можем в условиях пандемии передавать документы на государственную регистрацию, как налоговые органы, так в органы Росреестра. Это тоже большая помощь гражданам, когда не нужно стоять в очередях, когда не нужно записываться, когда ты не заболеешь, потому что там большое скопление людей. Согласитесь, а когда ты пришел в нотариальную контору по записи, записался, прием осуществили, все сделали, передали, и, пожалуйста, все работает, все действует. И наш вот этот электронный документ, который мы получаем, они с удовольствием принимают все органы и организации, которые у нас действуют на территории Российской Федерации. Что еще мы можем, как электронный нотариат? Мы можем вам сказать, пришел гражданин со свидетельством о смерти, вот умер у него где-то родственник, далеко он не знает, что у него после его смерти осталось, мы можем ему сказать, да, после вашего умершего родственника в другом городе открыто наследственное дело, оно находится у такого-то нотариуса, по такому-то адресу, пожалуйста, связывайтесь, решайте вопросы все своих наследственных прав. То же самое мы можем предоставить сведения о завещании, умер гражданин. И не знаю,
знаю, посредники жили далеко. Вы же знаете, вот наш город, он город военных. И когда дети уезжали от родителей по всей территории Российской Федерации, не только Российской Федерации, умер родитель, они не знают, ставлен на завещание или нет. Надеются, ну, не знают. Могут прийти к любому нотариусу Российской Федерации, показать свидетельство о смерти, и нотариус скажет, есть такое завещание, и у какого нотариуса, или нет завещания. Вот это то, что мы уже работаем с электронным нотариатом. А теперь у нас большие изменения внесены в наши основы законодательства Российской Федерации о нотариате. И сейчас мы развиваем этот электронный нотариат, и с 29 декабря 2020 года эти изменения в основы законодательства Российской Федерации о нотариате вступают в силу. И что же это нашим гражданам будет в помощь? Ну, во-первых, в данной ситуации некоторые виды нотариальных действий мы можем делать удаленно. К нам не нужно приходить. Это те нотариальные действия, которые не требуют выявления воли гражданина. Это, например, свидетельство неподлинности подписи переводчика. Он перевел документ, у него есть соответствующее образование. Он нам сказал, пожалуйста, мы ему все сделали. Это выдача исполнительных надписей. У нас есть ряд оснований, по которым мы выдаем исполнительные надписи. Ну, например, один гражданин занял другого деньги, срок не отдал, тот лицо, чьи права нарушены, обратился к нотариусу, нотариус наложил исполнительную надпись. Из него эти денежные суммы взыскиваются уже судебными приставами исполнителями, как в исполнительном листе. Тоже не требуется личного присутствия, достаточно представить комплект документов, который необходим. Следующее – это обеспечение доказательств. К сожалению, у нас время такое наступило, когда люди очень недобро друг к другу относятся. И, соответственно, во всех электронных гаджетах, в интернете, ну где угодно, публикуют какие-то порочащие честь, достоинство, деловую репутацию граждан юридических лиц. Эти сведения потом необходимы будут в суде. Но ведь то лицо, которое написало эту гадость, в любую секунду может ее удалить, и доказательственной базы не будет. Вот для того, чтобы доказательственная база сохранилась, нужно совершить обеспечение доказательств у нотариуса. То есть составить протокол осмотра компьютера, какого-то телефона, ну, любого такого электронного устройства, где отражены сведения, которые не соответствуют действительности. Все это нотариально оформляется. Вот этому протоколу судья придает большое доказательственное значение, потому что нотариус, переходя в программу, он выходит на эту страничку соответствующих программ, все программы лицензионные, и составляет соответствующий протокол, и уже доказывает, что вот эти сведения были опубликованы в том или ином формате, не нужно. Все, эти доказательства вам обеспечил нотариус. Это тоже можно сделать удаленно. Соответственно, порядок там определенный, то есть нужно написать заявление, нужно подписать это заявление усиленной квалифицированной подписью. Мы создаем электронный документ, мы высылаем, после оплаты мы его высылаем, заносим его в электронный реестр. То есть судьбу этого документа можно всегда будет проследить, восстановить и прочее. Следующий новый вид нотариальных действий, который с 29 декабря возможен, это определение личности гражданина по биометрическим данным. Вы знаете, что у нас в России создается реестр биометрических данных каждого гражданина. Если гражданин пришел к нотариусу, первое, что он должен нотариус сделать, он должен установить личность обратившегося к нему гражданина. Зачастую граждане с собой могут не иметь ничего, ни паспорта, ни водительского удостоверения, вообще ничего. А как мы знаем, что мы разговариваем именно с этим гражданином? И вот сейчас у нас появится возможность, что мы можем установить личность такого гражданина по биометрическим данным. Я не могу гарантировать, что мы личность каждого гражданина пока сегодня сможем установить, потому что я думаю, что реестр еще не совсем полный. Но если сведения
меня у вас есть, мы это установим. Но вы ведь знаете, что электронные все новшества бегут впереди нас и с очень большой скоростью. Поэтому я думаю, что вот пусть пока это в перспективе наше нотариальное действие, но оно приобретет, будет востребованным, и граждане будут к нам обращаться, и больше сведений будет в этом реестре биометрических данных гражданина. Что еще мы можем? Мы можем осуществлять хранение электронных документов. Вот есть какие-то документы, и хочется их сохранить на века. Ну, знаете ведь, бумага имеет такую особенность рассыпаться, чернила выцветать. А хочется, чтобы вот этот документ был в веках, фотографии старые, книги старые. Вот это все отсканируется в электронном виде, хранится у нотариуса. Нотариус осуществляет функцию охранника всех этих вот таких документов, которые для того или иного человека очень важны. Но ведь здесь не только это может быть. Кто-то, может быть, опрометчиво написал какую-то расписку. Эта расписка тоже должна быть сохранена для того, чтобы в последующем взыскании произвести. Пожалуйста, это все можно в базу хранения нотариальной конторы передать в электронном виде. В электронном виде все это будет храниться. Следующее, что на нас возлагает, наверное, одно из самых таких сейчас наиболее обсуждаемых действий, это когда можно будет совершить сделку с помощью двух-трех нотариусов, находящихся в разных населенных пунктах. Вот ко мне сегодня гражданка позвонила вот перед тем, как я пришла сюда, и спросила, может ли она получить в подарок недвижимое имущество, живя здесь, не выезжая из Ульяновска, которое находится в Татарстане. Сегодня нет, а вот с 29 декабря она уже это может осуществить. Здесь будут задействованы два нотариуса. Нотариус, где находится лицо, и нотариус, где находится недвижимость, и к нему пришло то лицо, которое хочет осуществить какую-то сделку. Все предусмотренные правилами, регламентами наши действия мы производим проверочные, но сделку совершаем и объясняем гражданам, как с той, так и с другой стороны, уже по видеосвязи подписываем соответствующей подписью на планшете. И в этой ситуации документ у нас появляется в электронном виде, он действует в электронном виде. Но это не значит, что его нельзя перевести на бумажный носитель. Пожалуйста, пришел он с носителем электронного, сказал нотариус, я хочу электронный документ перевести на бумажный носитель. И нотариус ему это нотариальное действие совершает. Понимаете, вот настолько наша жизнь бегом бежит, я даже предположить, да что даже, когда только развал СССР начался, я не могла предположить, что для нас мобильный телефон будет у каждого, и не по одному, и он будет выполнять очень много функций, без него уже практически невозможно жить. На сегодняшний день нотариат, электронный нотариат очень быстро развивается и очень качественно развивается. Дай Бог, чтобы эти услуги были востребованы нашими гражданами. Ирия Ахатовна, расскажите, вот за 2020 год много ли ульяновцев обратились вот по данным услугам именно в электронном виде? Есть ли какая-то статистика? Смотря какие услуги. Вот давайте так. Взаимодействие с Росреестром, кадастром и ЗАГСами, это происходит помимо граждан. Потому что к нотариусу приходит гражданин и говорит, я хочу совершить сделку. Мы во все эти реестры, которые доступны для нас, делаем запросы. Гражданин, ну, мы ему объясняем, но не всегда он как-то это воспринимает, только это его, будем так говорить, опосредованно касается. То же самое по наследственным делам. По каждой сделке, по каждому наследственному делу мы делаем соответствующие запросы. Проверки проводим все. Сейчас очень много граждан признано банкротами. Мы сразу же проверяем, не банкрот ли он, потому что при совершении той или иной сделки, при введении в наследство, факты вот такого юридического положения физических лиц, как банкротство, должны учитываться, потому что там определенные правила должны. То есть это очень востребованное нотариальное действие. Дальше, смотрите, розыск наследственных дел, завещаний – очень востребованное нотариальное действие. Дальше, передача документов, перевод документа с бумажного носителя на электронный и передача его в другой населенный пункт тоже очень востребована.
Ну, я не могу сказать, что вот каждый второй с этим обращается, но вообще у нас наследство открывается по всей России, поэтому надо передать какие-то заявления, и в данной ситуации граждане пытаются воспользоваться этим. Недвижимость у многих людей есть по всей территории Российской Федерации. И чтобы ее продать риэлтору или каким-то близким родным, дать доверенность, чтобы она быстрее поступила, это тоже достаточно востребованное нотариальное действие. Залог движимого имущества, ну вы знаете, я знаю, что очень много существует баз, которые не гарантированы. Говорят, что они имеют полную базу залогов. Я не знаю, откуда она у них, пиратская или какая-то еще. Я точно знаю, что базу залога движимого имущества, полученной вести в Федеральной нотариальной палате, каждый нотариус на своем месте при поступлении документа о внесении сведений в этот реестр заносит. Другое дело, что обязательности занесения этих сведений нет. Больше в этом всем заинтересованы банки, выдавая кредиты, особенно под автомототранспортные средства, под станки, под какое-то хозяйственное оборудование, которое, ну, сложно проконтролировать, как недвижимость. Поэтому это достаточно тоже серьезное нотариальное действие, которое востребовано. Ну, я надеюсь, что те действия, которые я вновь перечислила, они тоже будут очень востребованы, потому что жизнь идет. Обеспечение доказательств вот сейчас достаточно востребовано. Для того, чтобы обратиться в суд, необходимо было обеспечить доказательства. Мы эти доказательства обеспечили. Последний мой вопрос, уточнение. А нужно ли жителям обращаться непосредственно к нотариусу офлайн или достаточно дистанционно также? Ну, я хочу сказать, онлайн при совершении, там, где требуется выяснять волю гражданина, доверенность даже, тоже завещание, любая сделка, там требуется, чтобы мы понимали, что человек этого хочет. Чтобы, ну, не кто-то за него диктовал, что он хочет, а вот именно он хочет это совершить, и мы должны его желание облечь в соответствующую юридическую форму. А вот там, где не требуется, ну вот просит меня гражданин обеспечить доказательства. Он оплачивает мне эту услугу. В принципе, мне все равно, кто обратился. Человек, которого... интересы которого нарушены, или же совершенно посторонний человек. Меня это по закону совершенно не должно интересовать, поэтому здесь обращение возможно онлайн. Засвидетельствовать копию. Да какая разница, кому мы копию эту свидетельствуем? Пожалуйста. Засвидетельствовать подлинность подписи переводчика. Мы тоже не выясняем никаких желаний гражданина, а ответственность за перевод несет он, поэтому мы заверяем спокойно это уже без обращения гражданина в системе, можем заверить это с 29 декабря в системе обращения онлайн. Спасибо большое, Венерия Ахатовна. С наступающим вас! Спасибо и вас всех с наступающим Новым годом. Всем нам хорошего настроения и всем нам крепкого здоровья. Спасибо. Спасибо, взаимно. До свидания, всего доброго. Спасибо.